Привет всем. Это God of War. Или Бог войны. Проходим, продолжаем, пробуем, побеждаем. В прошлой серии мы здесь закончили. Ого! Вот это впечатляет! Так, тут был сундук, который можно было как-то открыть или нужно было. Нет, здесь что, конец теперь? Конец. А где мелкий? А, он перепрыгнул. Как сундук открыть, а? Стоп. Вижу, вижу. Ай, куда ты пиши? Что-то здесь не то. Мы сюда вернемся вообще? Так, ладно, потупили немножко, побежали дальше. Может, там внизу? Но мне надо этот сундук открыть. А то все вперед да вперед. Все вперед и вперед. Он питается, так? Ага. Ага, я понял. Стоп, оно должно быть как-то на три. Как-то на три получается. Вот это поворот. Наконец-то. Нет, сундучок я заберу. Я и так много чего пропустил. Что нам дали? Что нам рунный воинский пояс? Обычный броня для бедер. Прочность вступательная броня, повышающая силу рун. Ясно. Сюда. Тут ничего нет, никаких ворон. Ну, что-то пропущу, так пропущу. Я уже забываю про эти все. Куча игр проходишь, поэтому. А где-то каркоет. Где-то каркоет оно. Где глаз Одина? И чё ты, мелкий, смотришь? Assassin's Creed, который я прошел недавно, пятую часть. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Вниз нельзя. Свет Альфхейма. Вот так я злой, Кратос. Иди сюда. Вот это поворот. Я так умею. Э, хорош! Мухи! Мухи, не нагреть! Сорян.
Да, я вспомнил. Поворачивайся, отзрыв. Вот это поворот. Бежим, 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 бежим. Дай нам аптечку. Да как так? Какие жесткие мухи, а? Да это не то. Надо, что называется, ему проходить. Всегда подряд. Бегом, 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 поворот. Отворот, поворот. Давай, мелкий. А мне уже ХП не хватает. Хотел добить его топором. Получилось. Что теперь? Вот. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Бестиарий обновлен. Властелины, властители могут вызывать подкрепление, поэтому их надо убивать первыми. Я это понимаю, если он начал раскручивать свое оружие, значит он собирается призвать больше темных эльфов, тогда его надо остановить. Пока он не ударил по земле. Так, нам тут больше ничего не нужно. Тут с этими загадками. О. Серебро. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Если честно, я вообще там не увидел, где у них какой там призыватель, не призыватель. То есть для меня мухи все одинаковые. Как бы так. Угу. Хорош, точный бросок. Ну давай. А только не это. Не зарывайся никто там, где не надо. Ну, опять какие-то чудилы. Почитаем. Так, достаточно одного удара, чтобы их взорваться. То есть нам ничего нового не сказало, в принципе, зачем? Зачем нам было это все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, дайте мне. Давай, бежим в воду. Все, меня убили. Я что-то не понимаю. Я нажимаю вроде кнопки, все как положено, и оно мне это вот. Не делает то, что мне надо. То есть я режим бога включил, и оно мне ничего не сделало. Левый shift, но колесо мыши. Я это все сделал. Но мы их там почикали, все нормально. За них, не правда, ничего так сильно ничего не дали. Угу. Ну все дальше, дальше какие-то дебри уходим. Ха-ха-ха!
Я это просто закидаю, муха. А вот как это произошло? Это все? Или это не призыватель был? Я что-то не понимаю, я не по цвету не определяю. А почему я не могу режим бога врубить? Что-то мне непонятно. Честно, надоели вот эти вот сопли этого мира. Пути восстанавливаются. Хорошо, это меня радует. Прям шикарно. О, опять что-то. Нет, игрушка очень классная. Я на игру ничего не говорю, просто мне непонятно, почему режим бога врубаю и пытаюсь включить, он не включается. Так, ХП не будем пока использовать. Сейчас, скорее всего, будет босс, поэтому готовьтесь. Давайте сохранимся. Бежим. Навстречу приключениям. Так. А, ё-моё, я думал, что босс будет. Не то, не понял. Всё не так и всё не то. Ломитесь в улей. Так. Тут надо каким-то образом это все поставить, чтобы это все одним махом, я так понимаю. И что тут делать? Может это? Ага, хитро. Какая-то голова, и это явно какое-то божество. Так, что здесь делать? Ребятушки, воробьятушки. Ладно. Да, Трей, давай подсказывай. Ты нас умни по бате своего будешь. Мне не нравится, знаете что? Что мы уходим все дальше, я никаких секретов не открываю. Это напрягает. Так, смотрим, как тут может быть. А если тут... Просто не понимаю, с какого тут ракурса. Это все должны они быть побиты. Или вот... эти две, как бы так. Да, сложно. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. То есть это, возможно, может быть, я типа в одну брошу, она застрянет, а потом я бегаю, она так через эти все возвращается, может быть, так. Я не пойму, то есть одновременно тут не получается, то есть надо угадать какие-то две. Видишь? Слишком сложно. Идем. Погоди. Куда идем? Хорошо, пошли, 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 я согласен. Так. Три. If you... Так. Может, все намного проще, чем я думаю. Вот как бы она горит. У тебя вряд ли получится. Идем отсюда. Надо найти, с какими, получится. С какими кишками этими связями, как это все открывается. О, что-то произошло? Не, ничего не произошло. Ни подсказки, ничего. То есть хотя бы скажите, что и где. Так, я, кстати, Атрей, ко мне. К собачку. Атрей, ко мне. Тут никаких секретов нет вообще. Может спрыгнуть куда-то. Я пока не понимаю, что здесь надо сделать. То есть... Какой-то явно механизм. Нет, не то. А, ну вот эти вот три. О, сработало. Так я ж тыркал. Вроде бы их. Теперь есть. Трошкин ты, матрешкин.
Так. Зубы противными запахами. Я ж вроде бы пробовал, ну хотя, может быть, затупил и не сделал того, чего надо. Так, двигаемся дальше. Я думал, здесь будет босс. Вот это лицо, я думал, выскочит, когда я сейчас все сделаю. Пойдем, Атрей. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Зачем нам сюда нельзя? Нам везде можно. Нам везде можно. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Че тут какие-то козявки бегают? Никаких тут подвесонов секретных. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Да. Ну и семейка. Вот скажите, что этот темный эльф... Обошлось! Этот мух здесь вообще делал? Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Почему здесь подкрадываться нельзя? Фу, оно липкое. Так а что вы хотели? Конечно, будет липкое. Инануна! Инануна! Назад! Держи! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Свет Алифхейма. Так, подкрадываться здесь нельзя, поэтому по-любому, я так понимаю, что будем сейчас воевать с этими мухами. Давайте сохранимся. Ну, будем сейчас вот, драться. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Вот так вот. Ну, побьем это все. Открывайся. Открывайся. Ага. А вот теперь начинается веселье. Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Да вы чё? Квадратно! Удары! Какие-то дохлые мухи. Это Кратос такой мощен раскачался. Он добивает рыбу. Добивай, три! Они дохлые, но...
не смогу. Щит! 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 Отбивай! Щит! Отбивай! Да так вот со всех сторон нечестно. Щит! Отбивай! Избрасывай! Отбивай! Как долго с мухи с вами воевать? Смотри, ты будешь сразу сражаться. Щит! Удар! Давайте, мухи! Все? Мухи закончились. Давай, 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 трейд. Ну, читать умеешь, Ой, отрейд. Правда, давай. Попои. Здорово. Сын! А за усилие добудет свет. Ты ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Какая там красота? Ну, просто луч. Какой-то белый луч. Даже светом это назвать тяжело. Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди! Он поет! Я слышу... Ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Похоже на ловушку. Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди хочу... здесь. Кратос будет тут один там выяснять. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Ага, я даю тебе его на время. На время, понял? Это на время. На время. Это не подарок. Какие подарки, не рассчитывай. Спасибо. Еще спасибо сказал. Сжигает. Сейчас будет карате. Я участвую. Давай. Продавливает. Свет сосал Кратоса. Что это? Фэй. Фэй это жена Кратоса, насколько я помню. Еще изначально. Надо будет проходить. Пожалуйста, вернись. В бар, потому что многое забыла. Ты оставила меня тут. Так. Ну, Атрей. Вот, за светом. С ним. Походу, какие-то воспоминания на нас, скорее всего. Или что это, типа, ли память он лазит. Или... А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Атрей жалуется кому-то. Наверное, матери. Наш дом. Вернее, дом Кратоса. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Нам туда. Ну, пойдем за светом. Рыбок жалко. Рыбки он плавает. Лежит, погибает. О, интересно, какой-то проход даже есть. А здесь что? Здесь ничего. Ну, пойдем вверх. Но я это не всерьез.
Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет... Прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Ребенка мать. Есть мать все-таки. Но любовь. Отец тоже нужен. Как бы так просто. Психологически дети будут ближе к матери. Подожди! Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Ага. Лежат кругом мухи. Мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Кругом лежат трупы мухов. Да. Или мух, правильно. Смотри, вот выход, но нет света, мост не появится. Нам мы тут застряли, да? А ведьмина тетива бесполезна. И что ты мне предлагаешь? Ну, давайте ноги нажмем. Мальчик, твой лук. О, Кратос будет с лука стрелять? Давай-ка. Нет, я ущипся. Что это за штука у Кратоса? Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом Альфхейма. Я хоть и выговаривать стал. Альфхейм. Окей. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Так что топора сразу не мог забрать? Завалено. Так, подождите, так а в какие кристаллы стрелять-то надо было? Может, не в этот? Нет. Ну, давай в этот. Стрела не пробьет, то, чем покрыт камень. Я понял. Вот эти вот перемешки с загадками много напрягает чуть-чуть. Ну ладно, это нормально. Так, стоп, подождите. А вот это что-то за штука? Светящаяся. Может быть. А, ё-моё, вот я не догадался сразу. Нехороший ребенок. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Ну-ка, давайте посмотрим вот этот кристалл. Поставить все-таки надо. Я понял. Труп лежит, ни о чем не говорит. Да? Кристалл готов к применению, чтобы пустить стрелу в свет. Нажмите F. Я понял. Ну, давайте. И че? Ну что-то загорелось. Так. Я понимаю. Это типа там пройти. Давайте попробуем там пройдем. Слишком много загадок. Ну, давай, давай, краска. Так. А, секрет открыт. Ну, хорошо.
Редкий предмет чары. Уменьшение урона всех атак темных эльфов на 12% суммируется до 36. Скажите вопрос, зачем оно мне сейчас, если я уже всех мух черных темных уничтожил? Так. Ну, может, кто проходил, он знает, я пока еще не проходил эту игру до конца. Так. Теперь надо кристалл этот забрать. А его можно забрать? Да. Скорее всего, какая-то из гадости живет тут. И нам что-нибудь будет мешать. Ну? Ай, зачем я это сделал? Забыл, что надо при помощи лука. Значит, с той стороны получится. Почему? А, все, я понимать. А, тут вообще стоял сундучок. Я даже не заметил. Для чего это? Рубленное серебро. Мне какие-то мухи напрягают, что они тут лежат и ничем не заняты. Бездельничают. Так, нам надо вот этот кристалл освободить, да? Этой штуки. Куда бросать? Стоп. Главное внимательность. А почему я сразу не заметил? Ладно. Вон там что-то, мне кажется. Отойди-ка сюда. Вон тут кристалл. Нет. Вот эти вот отходы мух мешают. Тут спрыгнуть нельзя вообще. Только по мосту пройти, да? Внизу я вот. Я здесь не заходил, да? Пока я не понимаю. Она отключает? Нет, не отключает. Но как-то же я должен попасть. Ни сверх, ни сверх. То есть с какого ракурса я должен это увидеть? Стоп, подождите. По идее, я должен... Ну, спрыгивай, спрыгивай, спрыгивай. Не слазь, а спрыгивай. А, как будто это... А где тут алмаз? Вот он. Все. Нет, там уходит-то. Yeah.
Да отстань! Где этот? О, не зли меня. Вон туда откинуть. Иди сюда. Да. Почему он попадает? Замаслал его, грубо говоря, насильник. Все. Как только ты загадку разгадываешь... Ну, наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Да, нам надо сверху. Пора возвращаться наверх. Стоп, это можно делать сильнее. Явно сейчас что-то наверху будет. Скорее всего. Давайте сохранимся. Ну что, пора завершать сейчас серию. Да. Для улучшения навыка связан со стрелами света. Для улучшения навыка связан со стрелами света, для перехода нажмите закрутку. И... Так, давайте, подождите. Давайте мы сейчас откроем проход. Привык, что вот в некоторых играх надо там... Ой, что я делаю? В некоторых играх там надо, как в Ведьмаке, то есть сканировать. Завершать серию, мы уже чересчур долго здесь воюем. Так, ну что, подойдем к воротам. Тут тоже не пройти. Стоп, я там что-то поблестил. Здорово. А, это просто поблестил. Так, мухи. Может, хватит, а? Хватит. Так, все, походу, с мухами все, да? Ну, он улетел, он обещал вернуться. Так, все, открываем саркофаг, забираем то, что нам надо, и выходим на заканчивающую серию. Поэтому... Так, что нам дали? Слабая руническая атака, удар по широкой дуге, носящий умеренный урон от холода. Ладно, потом разберемся. Так что... Я заканчиваю эту серию. Всем спасибо за просмотр. И жду всех в следующей серии. Так что всем пока!